диванница, алло.
Diğeri. Виктор, пишет, ты отвечаешь на эти вопросы или сам с собой? Очень забавно просто. Блин, пиши, пожалуйста, говорит. Тоже интересно, да? Можно гейм? Да, смотрю, Эдуинер. Thank you.
Ortalarda mı? Со временем все убьем. Мы вон гильдии на груле вайпались обычно. Очень долго. А он легкий. Да, это запретная тема. Забудь это слово, пожалуйста. Оно не существует. Я на пуле, он не отстанет. Ну какая тут тактика? Да, Максус, я сделаю, что я первый раз ничего не знаю. На следующий рейд.
Мой. Не знаю. Наверное. У меня пишет мутагенный взрыв. Фрейм лужит чуть меньше, чем действительно наносит урон. Подальше надо от него отойти, и все будет хорошо. Слушаю вопрос. 25-ка с 7 начинается, верно? А первая ОС будет. Просто мы... А, кстати, нет. Ну, мы просто ОС уже закрыли.
Вакцинация. Вот интересно, когда надо будет собирать, напишите в чат. Ну да, 25-й. Просто мы с Клавенцем закрыли уже сегодня. Да. Главное в нас попасть. Здесь. Слушай, а может мы пойдем все-таки в военный квартал почистим? Мы его, думаю, успеем. Ну вот Разубин, простой, вот их тоже всадники проходили без вопросов. Там разве что Лотхеп или кто был? Такое себе. Ну, да. Вот. Из сложных боссов знаю вот этот Тадиус. Ну, Эйгона мы заберем, и Лотхеп бы тоже плюс-минус. Самый стрёмный этот адрес такой.
могу использовать эту способность. Я пока не могу использовать эту способность. Слишком далеко. Види, види. А я вот одного не понял, как он появляется здесь? Трэш на нас. Пузыри на нас. А, все, 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 я понял. Как нам не сдохнуть в РДД-зоне, когда на нас лесники появляются? Говорю, вот лесники появляются в РДД-зоне, Макс, а ты сдохнешь. Как это пофиксить? Соник. Ну, понятно, но это никак. То есть, как бы, повезет, не повезет, да? Мы здесь еще 20 минут.
Да, мне просто надо отойти. Просто нам, РДД, нужно идти чуть сзади босса. Тогда он не будет нас кривать эту херню. Вы ведете его, и нам двигаться надо за вами. Параллельно лужа. Ну, друг, я здесь был, и как бы такого не было. На той неделе. Ничего не поворачивается. Слышь, стой, подожди. Я говорю, тогда не будет сбития тайминга. Отойди, Таргариус. Вот когда он только дойдет до края, вот максимум. Попробуй так. О, давай. Держал бы Таргариус нормально. Было бы отлично.
Тагариус, тебе нужно держать трэш поближе к боссу, чтобы я его доставал. Расход, да?